Окей. Тихонечко. Ой, это был паниш. Хорошо. И миксап. Хороший микс. Намного дамачка. И еще миксап, но нет, здесь задний захватик, который очень больно бьет. Прям вот боль и печаль. Хотел гикнуться капа, но не получается. Там совсем чуть-чуть не хватает актив фреймов. Захватик рвется. Хорошая реакция. И вив паниш есть от Руфуса, но здесь прилетает 2А плюс Б. Захват иск. Это смерть. Просто... Захватик. Почему бы нет? Так, старается сделать 6-6К. Ой, хороший миксап. У Кемица еще старается у Кемица еще и Руфус. И здесь можно еще дальше. И перфект делает капа в этом раунде. Так, тихонечко. Плюс. И пошли миксить. Боль и печаль. Старается Пока перебить Йошимицу в воздухе, но не достает Пока до туда. Нужно бить обычными ударами. Миксап. Но нет, это все панишится. И угадывается Руфусом. Совсем мало жизни остается у Капы. Да, это 2-1. И в свою очередь уже Руфус делает перфект. Ой, хороший вив паниш. Плюс 8. И просто захват. По-другому пока что не хочет Руфус скрывать своего оппонента, потому что да, работает, и чё. И ладно. Очень много дамачка. И Soul Charge защищается. Защищается Капа Soul Charge. Можно сейчас что-нибудь с аниме придумать. Телепорты, байты. И что, получится что-нибудь сделать? Не конфермится. Дебагер. Это скорее паниш. Да, это паниш, но небольшой. Плюс. Ай, что-то постарался нажать Капа, но отожрал ножку. И это 1-0. Один ноль пока. О! Хорошая 3Б. Миксап. Нет. Угадывается и панишится. Хорошо влезет в гэп. Капа. И это плюс. Но очень хорошо сейчас блочит все Руф. И... Опа! Прям хорошо заходит этот удар. Плюс. Еще плюс. Но это уже в хит. И, скорее всего, да, это смерть. 1-0 пока что. В пользу Капабланки. 6-6К, но нет. Захватик просто. Гардбрейк. И опять захват. Отлеживается просто Капа. И вниз А плюс Б. Ой, какой больнющий вот этот дебаг, я просто кошмар. Это Reversal Edge попадает в хит. В блок. Б-удар проходит. И все равно так дальше и держит блок Руфус. Ничего не хочет угадывать. Вау, отличная реакция. С помощью прыжочка это все наказывается. 2А плюс Б. О, это будет больно. 70 дамага. Гардбрейк. Где же продолжение? Есть. Все равно получается, получается у Капы. Сделали 2-0 по раундам. Хороший паниш. Старается как-то сейчас зафреймтрапить все это дело, но... Руфус там просто улетает в бок. Ой! Это очень больнючий будет сейчас летал хит. Хороший трейд. Попадает while running А плюс Б. Хит, последний удар. На самом деле там очень непонятный хитбокс. О! Просто 3Б. Миксап. Причем это сейфовый микс. Задержанная А. Ну как сейфовый? Только некоторые чары. Это панчи, там минус 10.
Нет, не поможет здесь никак. Reversal Edge, потому что в конце есть гардбрейк. И опять угадывает все Руфус. Как же так? Эх, хочет Вив Паниш сделать с помощью 6А плюс Б. Но это Reversal Edge. И гадаем. Ой! Все, это да. Это гарантия. Это гарантия. Это 1-1, да? Потнич. Потнич. Так, хорошо, отсиживаемся. А, это паниш, да. Есть паниш, причем больнючий довольно-таки. Миксап. Перебивается все это дело с помощью просто АА удара. А, можно было вив паниш, но не успел среагировать капа. И здесь поехали, миксап. Хорошо. И опять задний супер больнючий удар. Просто как с нормальной комбы. Reversal Edge. И гардбрейк, да, это в конце гардбрейк. И пиксель. Ну, пиксель, да, спокойно добивается здесь. Нужно аккуратнее сейчас обоим играть, потому что... 1-1 счет. Миксап. А, это что, был паниш? Да, это, походу, был паниш. Но я так понимаю, это была более unsafe версия. Вот этой пилы. Пока. Плюс. Хочет уйти в бок сейчас Руфус, но перебивается это все Avenger К. Захватик, Вив! И в свою очередь там тоже Вив. Отсиделся Руфус, это фулл паниш. Да, куча дамага, куча дамага. Хороший паниш. Как же так угадал? Ну и все, и это Soul Charge. Последний шанс у Капы. Что вообще происходит? Я не знаю, как это комментировать, потому что перебивается что-то. В воздухе все летают. Прочитано Пока. Так, паниш. О, это хорошо скомбилось. Ну, конечно, не так больно, как было бы с земли. Но тоже ничего, хороший конферм. Ой, как больно! Прочитал отмену Руфус. И ну что? Равность по ХП. И просто прыжочком. Прыжочком выходит из прессинга. Руфус и захват! В любой непонятной ситуации